Всем привет, меня зовут Михаил, вы на канале «Наши охоты и рыбалки». Сегодня попробую донести до вас одну простую вещь. Есть охотничьи карабины, а есть карабины, которые снайперские а-ля, которые предназначены для того, чтобы стрелять дырка в дырку и все такое. Вот я сегодня покажу вам, в чем разница. Поехали. Вот первый представитель сегодняшнего теста. Это Orsis T5000M в калибре 300 Win-Mag. Вы его видели у меня на канале, я несколько раз с него стрелял. Сегодня постреляю с него, покажу, на что он способен. Очень точное оружие, но, как правило, на охоту его не взять. И на горную, если только. И то, если у тебя есть носильщик. А так, конечно, тяжеловато. Это вот стрельба в тире, по мишенькам, по бумаге. Идеально. Но жизнь такова, что ты зачастую пользуешься вот такими вещами. Это блайзер в этом же калибре. Для чистоты эксперимента у нас будет одна оптика, одни и те же патроны, разные карабины. Попробуем собрать две кучи, и вы поймете разницу охотничьего карабина и карабина для стрельбы по мишеням на точность. Поехали, будет интересно. Патроны магазинные, ничего с ними не делал, не дорабатывал. Вот стоковый патрон Фиочи. Заряжаем 3 штуки. Такой звук, как будто ты в Барретт 50-й калибр заряжаешь. 3 патрона засылаем в мишень, смотрим результат. Второй представитель, блайзер в этом же калибре, этим же патроньем. Что, засылаем и смотрим, насколько разница будет. Вот результат. Догадайтесь, от какого карабина какие попадания. Все ясно. Это блайзер, новый стволик, легкий карабин, неудобная прикладка была. Конечно, можно вот это улучшить, но вот это как бы идеал, я считаю. Это так, как надо стрелять. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому было интересно. Увидимся. Пока.